Добрый день, дорогие друзья. Вот, пожалуйста, перед вами полосатыш, кот. Иди сюда. Мы его ласково назвали это. Сначала я его Марсик назвал. Ты куда ходишь? Тут нельзя ходить. Гидролиз. Мы его гидролизом прозвали. Вот, смотрите. Это гидролиз. Не, ну вы можете ему другое имя дать. Он хороший. Это мальчик. Вот, видишь, полосатка. Куда? Не ходи сюда. Нельзя тебе здесь. Не мякай ты давай. Вот. Гидролиз. Вот такой кот. Ну его на вид разместим, может, кому хозяин, хозяин какой добрый возьмет. Ну жалко котика. Что, маленький такой. Мы его накормили этой, кто она? Сосиской и дали ему этой сметаны. А я воды ему туда отнес. Он у нас будет на погребе жить. Даже гидролиз? Гидролиз? Гидролиз. Ты хоть в объектив-то глянь. Гидролиз, глянь в объектив. Во, смотрите какой. Хороший такой кот. Так что, если кому надо, то есть мы на Авито разместим, может, хозяин найдется ему. Он маленький еще, что он, хороший. Он, видишь, какой. Даже. Он лапы моет, видишь, он чистоплотный. У нас хороший, ухоженный котик такой, ухоженный котик. Котик очень хороший. Гидролиз, ты хоть в объектив-то глянь. Гидролиз. В объектив-то глянь хоть. Вот. Какой он. Ну, он стесняется. Сейчас мы его на погреб унесем, а он там будет у нас жить на погребе. Я ему будку сегодня сделаю. Будки пока будет жить, а потом, может, кто его, что это. Может быть, кто его возьмет, кому-то, может, кот нужен. А что, добрый, хороший, маленький еще. Вон какой полосатый. Что? А, две, а, четыре. Но это не важно. Ладно, дорогие друзья, смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кныш, путешествия автомобили. Вот, пожалуйста, котейка такой, кот. Кот гидролиз, так и видео назовем. Не, ну он хороший, можно его не гидролиз звать там по-другому. Ну ладно, давайте, все, всего доброго. Давайте лайки на это видео, у меня миллионные просмотры, короче. Чтобы я начал на YouTube зарабатывать. А то всего заработал $1.59. Представляете, ну что это за 2 года? Ну, с куром насмех. Давайте.